Сотрудники госавтоинспекции Московской области провели моторейд на дорогах городского округа Щелково. У мотоциклистов проверялись документы, наличие мотошлема, а также им напоминали о правилах дорожного движения. Данное профилактическое мероприятие направлено на снижение тяжести последствий и количества дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Сотрудники госавтоинспекции обращают особое внимание на нарушение правил дорожного движения, наличию у водителей и пассажиров шлема, а также выявлению несовершеннолетних водителей, которые, не имея права управления, управляют транспортными средствами соответствующей категории. Моторейды сотрудниками ГИБДД проводятся на постоянной основе, в особенности в летний период. Инспекторы раздали мотоциклистам тематические листовки с правилами дорожного движения. В них водителям напоминают, что перед поездкой необходимо обязательно проверить техническое состояние мототранспорта, работу переднего и заднего тормозов, световых приборов и состояние шин, а также надеть специальную экипировку. Ну и, конечно, о том, что необходимо соблюдать скоростной режим. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.